КАМАЗ раздавил легковушку, двое человек погибли. В Омске госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на перекрестке улиц 24 Северная и Герцена. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора», 18-летняя девушка, выехала на перекресток и врезалась в грузовой автомобиль. После столкновения большегруз впечатал легковушку в стену здания. В результате ДТП пассажиры отечественного авто, а это 26-летний парень и 20-летняя девушка, скончались на месте происшествия. Автоледи удалось выбраться из покореженной машины, сейчас она в больнице. Стоит отметить, что на момент ДТП на данном участке не работал светофорный объект. Сотрудниками госавтоинспекции неоднократно направлялась информация о неработающем светофорном объекте в дорожно-коммунальную службу. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Советском округе Омска. По данным госавтоинспекции, Hyundai Solaris на перекрестке не уступил дорогу Subaru Impreza. В результате столкновения скончался пассажир предполагаемого виновника аварии. Известно, что в момент ДТП рулевой был пьян. После дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai был направлен на медицинское следствие, которое показало положительную пробу анализа на состояние опьянения. В настоящее время сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка.